Первое. Здесь. Здесь. Да. Вниз. И здесь я его придерживаю. Смотрите, руку. Вот эту часть я оттягиваю, это давлю на него. Здесь его бью. Дальше, смотрите, фиксирую эту руку. Я атакую сюда. Достаю ножик и сюда. Куда еще? Ну, это уже айкидзюс. Раз. Бросаю. Два. Ставлю. Сюда. Бью. Дальше, смотрите. Я эту ногу ставлю. Руку. Вытягиваюсь. Поднимай таз. Тогда он вставлю. Тогда. И здесь отсюда, из этого положения. Раз. Я его могу давить. Вот тут уже сломается рука. Если давить. Есть контакт? То есть выпрямляется. Это вот как бы айкидзюсу. Способ, когда вы уже ломаете руку, когда вы из техники асаи ваза, техники удержания, переходите в технику перелома конечности, раздел концепцию ваза. В айкидо, ну, есть некоторые техники, но обычно не применяются. В айкидо обычно асаи ваза. Но сейчас попробуем просто две вещи. Немного к себе. Раз. Бросаю, прижимаю руку, меняю руку, пам-пам-пам, достаю ножик из широких шатаний и привязываю.